замке, деревянные копии древнего города. О, привет! И да, мы в Мозесском замке! Добро пожаловать, наши юные друзья! В исторический центр нашего города Мозесский замок. Мозесский замок. А сейчас мы идем смотреть старые музыкантные инструменты. Квак! Ты чё там делаешь? Бомбочку хочешь устроить? Ну всё, теперь мы будем смотреть старые музыкальные инструменты и слушать их. Смотрите! Виола да гамба, барочная гитара. Эти уникальные инструменты сложно увидеть, а тем более услышать где-то еще. Но именно такая старинная музыка звучала раньше в городах белорусской земли. Потом Дима и Маша смотрели пузатые самовары, изучали устройство колодца и играли в уличные шашки. Ох, вы не представляете, как там было круто. О, а там танцуют мальчики и девочки. Учиться белорусским танцам мы отправились в знаменитый ансамбль «Полесская Зорочка». Конечно, с первого раза мы не стали крутыми танцорами. Но мы очень старались. Эй, дядя, а вы кто такой усатый? Кто вы? Потяпа. А, это вы, блин? Не, ну слушайте, вы так красиво танцевали. Я вам лайк влеплю. Ну вот, еще одно приключение закончилось. Ну, пока, а я пойду снова новых монстриков делать. До скорой встречи!